Всем привет, меня зовут Ирена Понарошку, вы смотрите программу «Мама в тренде». На некоторых людей смотришь и просто диву даешься. Как они все успевают? Может, знают какие-то секреты? Телепортация, скорочтение или морковь в борщ шинкует по какой-нибудь экспресс-методике? Почему одни успевают и учиться, и работать, и растить детей, а другим вечно ни на что не хватает времени? Ответ на этот вопрос поищем сегодня вместе с нашей героиней Анжеликой Шатулиной. Мне 27 лет, я мама двоих малышей. Первому Ярослав, старшему, ему 3 годика, и маленькая Амели, ей годик, дочка. Я активная мама, я работаю, у нас есть семейный бизнес с мужем, и мы все это сочетаем без нянь, без бабушек, в общем, придумываем просто какие-то сумасшедшие комбинации. Если раньше у меня было 4 часа для того, чтобы собраться, привести себя в порядок, то сейчас я могу собираться в машине, я крашусь в машине, одну ресницу, вторую ресницу. Мой вид, конечно, очень сильно страдает от этого. Мне бы, конечно, хотелось бы намного лучше выглядеть, больше времени на тренировки. Мне бы хотелось, конечно, уделять себе больше времени, немножко, наверное, остановиться, перевести дыхание и найти этот баланс. И вот Анжелика в нашей студии. Привет. Привет. И наш психолог сегодня Анна Баранова. Здравствуйте. Здравствуйте. Анжелика, рассказывай. С чем пришла? Что имеешь? Ну, на самом деле, я занимаюсь очень многим. У меня двое детей. Старший мальчик и маленькая девочка. Сколько им? Младший год и 2, и старшим 3 года. Угу. Также я учусь, я занимаюсь бизнесом с мужем, и я развиваюсь всю жизнь в музыке, концерты, у нас есть женский бенд, поэтому я развиваюсь в этих 4 сферах. Ничего себе, подожди, у тебя крохотные просто дети, и с такой критической для вообще маминой психики разницей в возрасте всего там 2 года, да? Да. Как ты вообще-то из дома умудряешься выходить куда-то? Ну, мы на самом деле как бы с мужем подстраиваемся друг под друга, потому что как бы работаем сами на себя в основном. А так у нас нет няни, нет бабушек поблизости. И вот мы как-то вдвоем взаимозаменяемые. Анжелика, а можно поподробнее? Нам все прям интересно. Что поешь, с кем поешь, какой бизнес с мужем, чему учишься? Ну, училась я с детства в музыке. Эстрадно-джазовое отделение закончила. Потом улетела, я немного поучилась в Нью-Йорке. А в Москве я закончила с красным дипломом. Музыкальный менеджмент кино и телевидения. Бизнес у нас в сфере продаж. Так, что там у нас еще? А, музыка. У меня есть женский бенд. Выступаю также сольно. Сейчас мы пишем свой материал, свой альбом. Вот. Ну, в общем, это все. Супер. Ну, во-первых, я должна тебя поздравить с тем, что тебе это все удается. Потому что большинство мам, которые приходят сюда, они вообще говорят о том, что мы только успеваем постирать, погладить, попу помыть и зубы почистить себе, и все, больше ничего. То есть, а у тебя такой большой спектр занятий по жизни. А на что тогда жалуешься? Ну, наверное, немного не хватает времени на себя. То есть, как бы, мне бы хотелось больше собой заниматься, но не всегда это удается. Но здесь я, потому что самый главный стимул мой – это мои дети, и мне хочется быть лучшей версией самой себя, поэтому я решила прийти на эту передачу. Аня, у нас, по-моему, тут имеем дело с перфекционизмом. Человек и так хорош, во всех сферах хочет быть еще лучше. Что скажете? Да, я тоже слушала историю Анжелики и поражаюсь, как можно все это успевать. На самом деле, может быть, имеет место перфекционизм, да, но я думаю, что если все-таки есть какие-то трудности с решением сразу всех задач, тут как раз можно поработать с этим, да. И в первую очередь, что можно сделать? Во-первых, что бы я предложила, это расстановка приоритетов. То есть очень важно понимать, что первое, что второе, что третье, что четвертое. Также очень важно понимать свои ценности, то есть как бы ориентироваться, скажем, вот сегодня для меня важно вот это, да. То есть я на это трачу свои силы, вкладываюсь. Но матери очень сложно вообще признаться себе, что сегодня для меня концерт важнее, чем дети. Угу. Прям язык не поворачивается, аж сказать такое.
Ну, как с этим бороться? Как бороться с тем, чтобы иногда себе разрешать такую позицию, что да, сегодня для меня работа важнее, чем дети? Ну, я думаю, здесь можно попробовать договориться с самой собой, то есть... Вот именно вот этот момент договоренности, да, что сегодня для меня это концерт, и ничего страшного в этом нет. Вот этот перфекционизм отключать, да, я думаю, что дети могут побыть и с папой, и, может быть, родственники есть, да, на кого можно оставить ребенка. Ну, вот таким вот образом выстраивать, скажем так, свою внутреннюю договоренность и разрешать себе это. Есть какие-то хитрости, как можно вообще высвободить маме какое-то свободное время для себя? Помимо вот этих вот обязанностей, то есть работа с мужем – это все равно некая обязанность, да? Это рутина некая такая, бизнес-рутина. Учеба – это тоже некая рутина. А хочется еще какое-то вот личное время совсем для себя. Угу. Ну, тогда можно использовать некий тайм-менеджмент, да, то есть как бы, опять же, расстановка приоритетов, то есть сегодня я хочу заняться собой, ведь на самом деле одна из проблем мам в том, что они постоянно отдают. То есть они отдают, а сами не наполняются в этот момент. И иногда разрешить себе побыть там наедине с собой, заняться какими-то любимыми делами – это просто святая необходимость. Потому что не наполняясь, мы, в принципе, не можем уже ничего отдавать. Такое ощущение истощения. Отсюда, кстати, идет и прокрастинация, когда человек постоянно начинает откладывать какие-то дела. Ну, вот таким вот образом все про, это происходит. Прости, что? Прокрастинация. То есть это такой механизм, который как бы включается у человека, и он начинает какие-то важные дела постоянно откладывать на потом. Вот мне нужно вроде подготовиться к концерту, но вот прям вот ну никак. Как? Вот я лучше пойду там посуду помою, я лучше пойду там на ребенка внимание, да, побольше. Хотя на самом деле есть более важные первостепенные задачи вот на текущий момент жизни. А может быть, в жизни имеют место хронофаги, такое модное слово, какие-то действия, которые отнимают много времени, например, телевизор или соцсети. Есть такое? Да, да, социальные сети. Особенно, когда надо ответить на какое-то важное письмо, и тут случайно слышишь какой-то звоночек, и все, они поглощают. Я понимаю. Я даже, когда пишу какой-то важный текст для журнала, я все равно использую любую возможность еще раз проверить, не произошло ли обновление ленты, лишь бы не писать этот текст. Как бороться с хронофагами? Надо полностью оттуда удалиться, например, из соцсети, или что сделать? Ну, опять же, лишать себя чего-то – это как некое ограничение, которое делает человека несчастным, да? Поэтому, конечно, лишать себя этого не стоит. Но обратить на это внимание – это вот как бы первый шаг к тому, чтобы разобраться с этими хронофагами. Потому что, как правило, мы все делаем достаточно неосознанно, да, вот туда время ушло, сюда время ушло. Как вариант, вот как первый шаг, да, можно просто несколько дней за собой понаблюдать. А куда уходит мое время? Я вот даже рекомендую своим клиентам иногда вот несколько дней позаписывать. Вот прям вот каждую минуту, да, чем занимался, что в течение дня происходило. И дальше вы сможете уже посмотреть, проанализировать и какие-то вещи, ну, скажем так, потихонечку убирать, да. Если на соцсети идут там час времени в течение дня, а в принципе достаточно и 30 минут, да, то оп, 30 минут у вас уже появилось, да. То есть как бы этот хронофаг, он потихонечку начинает уходить из жизни. Хорошо. Может быть, подумать о делегировании обязанностей? Есть что-то, что могут делать вместо тебя другие? Я думала об этом. Вот своих детей я могу только делегировать своему мужу. Как-то, в принципе, и некому больше. А по поводу... о том, чтобы взять няню, вы не думаете? Я думала об этом, но как-то пока я не решусь на этот шаг. Может быть, не знаю, я не совсем готова к этому. Но я вот думаю о садике. Возможно, пока что, может быть, мы в садик пойдем. А если, что касается работы, вот именно не совместной, а каких-то моих собственных проектов, ну, мой опыт показывает, что лучше тебя никто не сделает то, что для тебя важно. Ну, я понимаю, что когда-то придет тот момент, когда надо все-таки перекладывать какие-то дела. Что скажете про это, Аня? Ну, что касается няни, я скажу, дело хорошее, потому что ребенку постоянно находиться только с мамой достаточно тяжело, особенно если он еще в садик не ходит. Детям нужны другие люди для того, чтобы переключаться. Опять же, почему у многих мам возникают проблемы с детьми, потому что ну, дети уже не могут видеть маму. Вот папа приходит там с работы, да, дети радостно бегут, хоть какое-то переключение. Поэтому беды в этом нет, если вдруг появится няня или какой-то
человек, который сможет побыть с детьми какое-то время, причем вы можете при этом быть дома, заниматься своими делами, как бы уделять время себе, да, но будет там бабушка или женщина, которая сможет вот занять детей. Более того, есть няни, которые даже занимаются развитием детей, что тоже не всегда доступно мамам, да, как некие методики, игры, упражнения. Поэтому в этом я не вижу ничего плохого. А то, что касается делегирования, это, я бы назвала это гиперответственностью. Это нормально, это естественно, да, то есть как бы дети, это большая ответственность, это все понятно. Но, опять же, когда вот эта ответственность зашкаливает, то могут возникать всякие различные трудности, скажем так, восприятие действительности, да, в общении с окружающими. И если это вот сейчас перекладывается на детей, то со временем эта гиперответственность, она может вообще полностью поглотить человека, и он везде, во всех сферах будет чувствовать себя ответственным. То есть в этом плане тоже нужно о себе позаботиться, ну и потихонечку, осторожненько. А можно пример, какие трудности? С гиперответственностью связанные? Да. Допустим, в общении с окружающими людьми. Гиперответственный человек, он, как правило, берет на себя ответственность абсолютно за все, что происходит в его жизни, в жизни других людей. То есть иногда он уже начинает нарушать границы других людей, то есть он чувствует себя ответственным за них. А потом ваши дети, они через какое-то время вырастут, а вот это вот ощущение гиперответственности, оно будет подавлять естественные процессы развития детей. Через какое-то время они захотят от вас отделиться. Только не пугайтесь, это нормально. Вот, то есть они захотят как-то по-своему со своими друзьями общаться и так далее. Если вот эту гиперответственность запустить, то в какой-то момент вы просто не сможете вовремя отпустить своего ребенка. И тогда это уже следующая тема, и это можно бесконечно обсуждать. Анжелика, ты сказала, что помимо всего прочего, ты бы хотела изменить что-то во внешности. Расскажи об этом. Ну, мне бы хотелось посмотреть на себя с какой-то другой стороны, с такой, какой я себя не видела, довериться экспертам. Я давно мечтала, но у меня все не было на это времени, чтобы со мной поработать стилист, колорист, я не знаю. В общем, целый арсенал. Ну, расскажи, ты вообще себя как сейчас видишь? Как ты можешь описать свой стиль? Какая ты сейчас? Мне бы хотелось чаще носить каблук, который не всегда получается одевать. Потому что должно быть удобно. Наверное, женственность, сексуальность, что-то такое. Ты, наверное, как и все мамы, немножко погрязла в тренировочных штанах, джинсах, ботинках на плоском ходу. Я даже прихожу в магазин и выбираю ботинки, говорю, так, мне нужны ботинки, чтобы удобно было в них гулять или быстро передвигаться по Москве. А какая ты на сцене? Зажигательная и сумасшедшая немножко, наверное, такая. В чем ты выступаешь на сцене? Ну, у нас есть костюмы. Это платье? Да, да. Мне нравится, что такое женственное, какие-то кудри, что вот девочка-девочка, вот это прям мне нравится. Потом какие-то длинные вечерние платья. Ну, в общем, все вокруг этого. Хорошо, мы попробуем что-нибудь интересное предложить тебе с нашими специалистами. Аня, спасибо большое. Анжелика, представляю тебе Екатерину Кормич. Она дизайнер и как раз специализируется на вечерних платьях. Рассказывайте, Катя, что нынче носит? Ой, вы знаете, я вообще как бы не приверженница того, что там обязательно что-то нужно носить, а что-то нужно не носить. Мне кажется, что у каждого свой стиль, и каждому идет то, что ему нравится, в чем ему комфортно. Я просто создаю то, что нравится мне, естественно. Вот, и вправе каждого выбирать тот или иной бренд, но я люблю очень женственные вещи, подчеркивающие, не знаю, фигуру, подчеркивающие какой-то вот именно, что женщина – это женщина. Вот. Я люблю яркие вещи, но также люблю пастельные. Мне кажется, что мама не должна, не знаю, погрязнуть в халатах, в посуде, там, в приготовлении пищи, что мама все равно, конечно же, должна за собой следить, выглядеть красиво, и детки будут также тянуться, ну, к тому же совершенству, как и их мама. Особенно, когда в семье растет девочка, которая, конечно же, будет впитывать все. И хорошо еще у вас есть возможность показать себя, например, в клипе, да, где-то там в интернете, какая вы красивая, чтобы она знала, что тоже можно надеть платье, что мама не всегда в джинсах, не всегда в свитере. А у некоторых мам вообще нет возможности и повода надеть вечернее платье. Но мне кажется, что нужно эти поводы как-то создавать. Катя, а вы как решили заниматься дизайном и именно дизайном вечерних платьев?
На самом деле я тоже закончила эстрадно-джазу училище, вот, вернее, институт. И просто как-то вот мне, наверное, самой не хватало вот чего-то такого очень красивого. Там, допустим, в одном платье мне хотелось добавить что-то, в другом убрать. Вот. И я решила все, что вот есть во мне, вот это творчество, просто вложить в свои платья. А вы помните ваше первое платье вечернее, которое вы шили? Что это было за платье? Удалось ли оно? Да, у меня вообще как бы весь бренд, наверное, произошел, можно сказать, с одного платья. У меня была свадьба, и я вот второе платье просто тоже сама пою и выступала на свадьбе вместе с Полиной Гагариной. Вот, и я сделала себе сценическое платье. Вот, оно очень короткое, в обтяг, и такое очень воздушное, из такой воздушной органзы. И здесь вот как бы такой акцент на плече, ну, то есть как зефирка так. Ну, мне нечего скрывать, в принципе, почему нет. Вот, и как бы вот с него вот это, оно очень нежное, но и в тот же момент сексуальное. Вот, и мне очень нравится это сочетание, можно сказать, несочетаемого. Вот и как бы и пошел подружки бренд. Невесты спросили, где взяла. Вы сказали, что шили, и вот появился бренд. Ну да. Ну, многие говорили, Катя, тебе нужно, наверное, попробовать, потому что я часто давала советы подружкам. Попробуй. Вот решилась, попробовала. У молодых мам после родов, конечно же, есть какой-то ряд комплексов, ряд особенностей фигуры. Анжелика, как с комплексами? Ну, на самом деле, после первых родов я очень быстро восстановилась, особенно после кормления. Когда оно закончилось, у меня все пришло в норму. И в этот раз я рассчитывала на такой же эффект. Но как бы кормление-то закончилось, а килограммы остались. Поэтому я сейчас купила себе абонемент в спортзал. Супер. Вот, и начинаю восстанавливать свое тело. То есть вот еще о чем ты забыла сказать, о том, что еще и спортзал и у тебя в повестке дня появляется. Ну да, вопрос делегирования обязанностей назревает сам собой. А какие зоны ты считаешь у себя наиболее проблемными сейчас? Низ. Ну, у меня сама фигура такая, с округлостями, как это сказать. И всегда, если я поправляюсь, то поправляется в первую очередь это низ, ну и верх. Вот. Ну, верх это хорошо, а вот низ можно было бы убрать. Может быть, какие-то общие рекомендации, что здесь обтягивать, здесь не обтягивать, здесь рюши, но здесь если валаны. Какие-то есть комплексы в том плане, что там лишний вес, то просто не нужно выбирать ткани очень мягкие, которые, ну, как бы весь рельеф могут показать. Вот. Ну и нужно подбирать те вещи, которые именно потом, потому что фигуры все разные. Я не могу посоветовать вот конкретно, да, потому что это очень много типажей. Просто подбирать вещи, которые вот подходят именно тебе. А из каких тканей вы шьете платье? Ну вот я бы посоветовала креп, но не тоненький, а вот именно такой плотный. Вообще у нас очень много шелковых тканей. Такие летящие, шелковая органза. Ну шелком, по-моему, подчеркивает, да, все... Нет, смотря как он ложится, потому что если шелк не может быть в обтяг, поэтому он не может подчеркнуть какие-то недостатки. Он иначе будет тянуться и рваться. Катя, Анжелика к нам пришла с таким запросом. Она хочет что-то в себе изменить, чтобы на нее посмотрели с другой стороны и увидели как-то по-другому. Вот если бы Анжелика пришла к вам в мастерскую, в ваше ателье, и сказала бы, вот хочу новый образ, то что бы вы ей предложили? Какие цвета, какие фасоны? Вы знаете, мне кажется, что у Анжелики отличная фигура, и, ну, то есть все пропорционально. И мне кажется, что, допустим, тоже платье из плотного крепа, как я уже говорила, просто в обтяг. Ну, вот, например, есть у нас такое платье здесь со шлейфом, да, ну, если для выступления, то очень красиво оно подчеркнет фигуру и не будет казаться, там, что какие-то есть лишние килограммы. Вот. Очень часто любят черный цвет, да, женщин, у которых, ну, есть какие-то комплексы. Но мне кажется, и я на своем опыте убедилась, ну, вернее, глядя на наших клиенток, что это не так, и вот очень часто выбирают красный цвет. Вот сейчас такой моден цвет марсала. И они себя чувствуют тоже красивыми и всегда благодарны, говорят, боже, я и не думала. Вот. Но, конечно же, белый цвет и светлые оттенки, они немножко полнят. Вот. Поэтому я бы, наверное, посоветовала бы вот в данном случае красный.
еще карие глаза, мне кажется, очень красиво. Красное платье в пол в обтяг. Как вам вообще такая перспектива? Со шлейфом. Музыка. Музыка в голове. Это красное платье. Но, насколько самоуверенность и комплексы позволят надеть такое платье? Да я думаю, спокойно. Супер. Ну, я, конечно, не видела еще. Пока что я спокойна. Отлично, потому что даже у меня от слов обтягивающее платье все сразу подтянулись мышцы пресса. Давайте попробуем. Но я очень рада, что ты разрешаешь себе. И это спустя всего лишь год после рождения второго ребенка. Браво. Я рада, что ты готова к экспериментам. Катя, спасибо большое за этот разговор. Спасибо. Анжелику мы отправляем сейчас к нашим стилистам. Привет, Анжелика. Привет. Меня зовут Юля. Очень приятно. Сегодня я буду твоим стилистом. Постараюсь ответить на все интересующие тебя вопросы касаемо стиля и моды. Ну, их много. Анжелика, я знаю, что ты мамочка двух прекрасных детишек, но при этом ведешь активную творческую жизнь. Да, это так. И я так понимаю, зачастую, заглядывая в свой гардероб, ты ищешь не как большинство мам очередной растянутый свитер и джинсы, а какой-то новый концертный наряд для выступления. Да, всегда хочется что-то новенькое и чем-то новым удивить. А вообще, как выглядит твой гардероб концертный? Ну, это различные платья разной длины. Ну и в основном это платья. Вот как-то у меня другое не приходит на ум. Может быть, и можно какие-то другие комплекты подобрать. Но кроме платьев пока ничего не получается. Отлично, потому что как раз сегодня я хотела тебе рассказать, что вечерний наряд – это не всегда платье. Я знаю, что ты сегодня познакомилась с дизайнером Екатериной Кормич, и я подобрала тебе из ее последней коллекции несколько вечерних образов. Возможно, какой-то из них пополнит твой концертный гардероб. Первый комплект, который я для тебя подобрала, это брючный костюм роскошного пудрового цвета. Красота. Хочу отметить, что светлый оттенок для брючных костюмов более удачный вариант, нежели темные, потому что нежность и мягкость цвета прекрасно компенсируют строгость кроя. В данном случае этот комплект состоит из такой блузы. Как ты видишь, она тоже оригинальная. По длине рукава мы видим интересные воланы из органзы. Кстати, дизайнер, как ты потом заметишь, очень любит работать с этой тканью. И, на мой взгляд, это лучший спутник вечернего образа. Органза, шелк, креп. Также я хотела бы отметить, что данная блуза интересна своим кроем. Если тебе хочется скрыть нюансы какие-то своей фигуры, например, животик, то такой свободный крой тебе позволит это сделать. Что касается брюк, то они тоже непростые. Конечно, здесь очень интересная находка дизайнера. Это вот такие Вау. Брюки. Достаточно пикантная, я считаю, деталь. Смело. Очень для смелых девушек. Но также мы можем говорить и о классическом крое свободных брюк. И это тоже очень актуально, так как такой крой может скрыть лишние сантиметры на бедрах. Если обувь будет в цвет этих брюк, то мы визуально вытянем линию ног. В общем, этот костюм очень интересен и функционален. Наверняка в модной прессе ты видела фотографии звезд на ковровой дорожке, которые выбирают как раз подобные варианты, да. Зачастую предпочитая их вечерним платьем. В данном случае я бы не стала экспериментировать с украшениями активными. Скорее, это могут быть удлиненные серьги, может быть, в серебре, очень легкие, не грубые. Что касается клатча и обуви, то они тоже должны быть, наверное, в тон комплекта. Это могут быть пудровые оттенки, оттенки розового, бежевого, дабы не перегрузить этот легкий, нежный образ. Также очень интересен комбинезон. Как мы видим, все в нем волшебное, глубокий фиолетовый оттенок и крой. Очень интересная деталь, ниспадающие воланы в зоне груди и шеи. Это выглядит очень притягательно и одновременно нежно. Кстати, этот оттенок подходит таким драматичным девушкам, как ты, брюнеткам. Рассмотри его обязательно. А вот по фигуре он подходит всем или еще? Конечно, данный вариант будет прекрасен для девушек с выраженной линией талии. Mm-hmm. Я знаю, что она у тебя присутствует.
И опять же, широкий крой брюк работает таким же образом, как и в комплекте пудрового цвета. Тоже скроет все нюансы, которые мы хотели бы скрыть от окружающих. В этом сезоне все модные показы пестрели комбинезонами вечерними такого рода. И, на мой взгляд, это тоже очень интересный вариант, который можно использовать вместо вечернего платья. А по поводу обуви, сюда также подбираем в цвет? Так как очень активная плечевая зона и действительно сам комбинезон очень оригинальный, то лучше в данном случае обувь выбрать нейтрального цвета. Это могут быть черные лодочки. Это же касается и клатча. Это может быть клатч-пенал, тоже в цвет обуви. Что касается аксессуаров, я вообще бы здесь пренебрегла ими. Я имею в виду бижутерию или какие-то украшения. Он очень самодостаточный. И третий вариант – это непроходящая классика. Если тебе в какой-то определенный вечер захочется отдать предпочтение ей, то, конечно, платье черного цвета в пол тоже будет очень кстати. Это платье интересно прежде всего своей баской. Она также, как ты видишь, скроена из органзы. И помимо своей эстетической нагрузки, она также еще и несет функциональную. Она скрывает лишнее в зоне талии, также может визуально скорректировать зону бедер. Что касается аксессуаров, то здесь, конечно, уместны будут бриллианты. Ну, а если ты не пренебрегаешь бижутерией, то добротная бижутерия тоже его прекрасно украсит. Я, кстати, всегда избегала баску, потому что я думала, что она, наоборот, увеличивает. Здесь важна форма баски и ее длина. В данном случае эта удлиненная баска, она как раз очень хорошо может работать с твоим силуэтом, зоной талии, зоной бедер. Этот вариант тебе будет прекрасен. Что касается обуви и клатча, то я бы порекомендовала здесь как раз не избегать контрастного оттенка. Можно выбрать туфли и клатч в серебре, например, или в золоте. Черный цвет это позволяет сделать, это будет очень оригинально, интересно, ты будешь выглядеть ярко. Надеюсь, что мои рекомендации тебе были полезными, и теперь в твоем гардеробе помимо платья, может быть, появится комбинезон. А возможно, ты теперь рассмотришь варианты платьев с баской, так как теперь ты знаешь, что они прекрасно будут для твоей фигуры. Обязательно, спасибо. Сейчас я хочу отправить тебя за дальнейшими преображениями в салон красоты. Ну, а мы с тобой скоро увидимся. Спасибо, до встречи. До встречи. Анжелик, привет. Меня зовут Антон. Сегодня я буду работать над твоим новым образом. Мы сделаем тебя ярче, интереснее, добавим немного цвета в твою жизнь. И думаю, что все должно получиться очень хорошо и комфортно. Ты когда-нибудь красила волосы? Нет, ни разу в жизни и вообще очень переживаю. Переживать абсолютно не стоит, потому что все, что мы сделаем, будет очень хорошо и очень красиво смотреться и сочетаться с тобой. Анжелик, мы с тобой закончили процесс окрашивания, сделали тебя немного светлее, буквально на 2 тона прорисовали по длине, создали блики, чтобы была глубина у корней, и у нас волос смотрелся окрашивание не плоским, а более динамичным. Теперь мы приступим к стрижке. Стрижка не будет кардинально менять тебя, мы просто создадим форму, сделаем более плотный конец для того, чтобы все это смотрелось более аккуратно и эстетично. Слегка подровняем волосы для того, чтобы появилась форма и была более очерченная и красивая стрижка. При этом не будем убирать длину, чтобы сохранить ее и показать все окрашивание в самых ярких цветах.
Сейчас будем сушить волос и приступим к укладке. Тебе придется ухаживать за волосом чуть-чуть иначе, нежели чем ты привыкла, потому что волосы теперь окрашены. Все очень просто. Тебе нужно будет сменить шампунь и кондиционер или маску, в зависимости от того, какие у тебя предпочтения, на продукты для окрашенных волос. Помимо шампуня и кондиционера, ты пользуешься какими-то укладочными средствами или уходами? Я обязательно использую средства для кончиков, маску восстанавливающую и всегда защитой пользуюсь, если какой-то экстренный случай и надо феном посушить волосы. Для создания локонов, если мы используем утюг, нам нужен какой-то определенный, либо там температура какая-то определенная, чтобы локон держался очень долго. Чтобы локон держался очень долго и был максимально естественным и красивым, тебе просто нужно будет его собрать на клеммы или зажимы после того, как ты накрутила, чтобы подождать, чтобы он остыл. Тогда он зафиксируется и будет держаться дольше. Ну и обязательно обработай каким-нибудь мейкапом для волос, то есть это, в принципе, может быть обычный классический лак. А вот объем волосам можно как-то естественно добиться или только при условии, вот когда укладываешь? Чтобы естественный объем волос был, да, это нужно уложить волос. И желательно сушить его, укладывать против роста волос. Тогда будет получаться естественный, очень красивый объем. Анжелик, мы с тобой собрали достаточно очень легкую, красивую прическу, которую ты можешь собирать тоже дома. Она подойдет к тому образу, который создаст для тебя стилист. Вот. Она достаточно небрежная, очень интересная и незатейливая. При этом при всем она показывает и цвет твой, и не делает нас очень камерными. Я на этом с тобой заканчиваю свою работу и передаю тебе в руки нашего визажиста Ирины. Надеюсь, тебе все понравится. Спасибо большое. Привет, Анжелика. Привет. Какой ты хочешь макияж сегодня? Я не знаю, я полностью полагаюсь на ваш вкус. Я смотрю, у тебя торжественная прическа. Да. Думаю, что стиль одежды будет сегодня в таком же духе. Я не знаю, я в предвкушении. Тогда начнем. Я думаю, сегодня мы сделаем тебе что-то яркое, на манер сцены, твоих выступлений и твоего творчества. Согласна? Да, да. Хорошо, поработаем в этом ключе. Сегодня я хочу тебе сделать яркими губы, менее яркими глаза, потому что такой вечерний образ все-таки подразумевает выделять что-то одно, либо губы, либо глаза. Я закончила. Надеюсь, тебе понравится. Ты сейчас пойдешь к стилисту Юле. Желаю тебе удачи. Спасибо большое. Пока. Анжелика, пора увидеть себя в новом образе. Очень волнительно. Вышли на раз, два, три. Раз, два, три. Мне очень нравится. Если честно, я безумно переживала за цвет волос и готовила к себе к какому-то вообще
Но ты выглядишь очень эффектно, я бы даже сказала, звездно. Образ достоин ковровой дорожки. Насколько я знаю, сейчас голливудские локоны уже уходят и уступают место таким пучкам. Таким, как будто бы они созданы без участия стилиста. Тебе очень идет. А что скажешь по поводу платья? Такая сложная конструкция у него. Просто. Ты обратила внимание? Платье шикарное. Вот я себе просто напоминаю какую-то космическую диву из пятого элемента. Он очень нравится. Очень. Это прям вот мое. Заметь, главное, крой платья очень выигрышно подчеркивает твою фигуру. Линию шеи, линию талии. А вот эта баска на линии талии скрывает лишние сантиметры на бедрах. Что очень, кстати... Если есть, можно продолжать. Ну вот, отлично. На самом деле, вот я уже говорила, что я думала, мне не идет такая одежда. Мне не идет все, что вот здесь вот. Я думала, она еще больше увеличит. А на самом деле она еще и скрадывает. Очень здорово. Очень точеная фигурка. Тебе действительно идет этот вариант. А какой шлейф? Да. Ты чувствуешь себя настоящей звездой. Почему здесь не красная дорожка? Почему здесь белый пол? А как ты думаешь, этот образ подходит для твоего репертуара? Да. Впишется он в твою концертную программу? Я рисую, я тебя рисую, я тебя рисую, сидя у окна. Он как раз вот для таких вот. Я уже представила тебя на большой сцене. Ты выглядишь очень эффектно. Спасибо большое. Скажи, что тебе больше всего нравится в твоем новом образе? Твой макияж, новая прическа, может быть, это все-таки платье? Ну, первое, что мне, конечно, бросается, это платье, потому что все остальное я еще не успела рассмотреть. И, ну, мне надо время, мне надо все подойти. Волосы тоже, мне очень хочется их распустить, посмотреть, как они покрашены. И мне безумно нравятся серьги, красные губы. И, ну, платье просто сногсшибательное. Я влюбилась. Я очень этому рада. А как ты думаешь, как отреагирует на твой новый образ твои дети, твой муж? Поклонникам-то, я уверена, он понравится 100%. Ну, на самом деле, детям, я думаю, вообще, в принципе, все равно. Они даже, может, ничего не заметят, потому что они в таком еще возрасте, в котором... Они совсем малыши. Да. А супруг, он тоже очень сильно переживал по поводу цвета волос и длины. И я думаю, что он останется доволен, потому что, ну, цвет волос не настолько кардинально изменен, да, все-таки он приближен. И длина, насколько я видела, я прям смотрела за каждым сантиметром, то есть она осталась, в принципе, прежней. А как тебе твои серьги? Серьги шикарные. И вот не знаю почему, я всегда как-то выбирала цвет либо серебро, либо золото. Как-то я все время боялась вот... Сочных оттенков. Да, да, боялась экспериментировать. Прям мне очень понравилось. Они очень красиво подчеркивают как раз твой новый цвет волос, цвет глаз. И к этому платью я бы не рекомендовала каких-то активных украшений. Достаточно удлиненных серег или, может быть, брошь в пучок какую-то красивую, чтобы она не была крупной, естественно. Анжелика, ну я вижу взгляд задорный, ты светишься от счастья. Надеюсь, что тебе все понравилось. Желаю тебе творческих успехов в карьере. Ну и что ж, пришло время прощаться. Спасибо тебе огромное. Спасибо тебе вообще за все и за образ. Ты выглядишь прекрасно. За советы. Спасибо большое. Когда я себя первый раз увидела, я была очень приятно удивлена. Во-первых, я готовилась к худшему, правда, потому что для меня это был такой шаг пойти в неизвестность, да. И мне очень сильно понравилось, мне понравился тот образ, потому что я себя чувствую в нем очень комфортно. Мне, ну, прям вот я в своей тарелке, и вот хочу так ходить, конечно же, каждый день, но каждый день не получится. И вот, да, это мое, и цвет волос мне понравился, мне очень понравился макияж, хотя сначала был немного непривычен мне, но сейчас вроде как я уже вжилась в этот образ.
Надеемся, что сегодня мы дали Анжелике возможность не только снова почувствовать себя женственной и примерить новый образ, но и вдохновили на то, чтобы начать делегировать свои обязанности и избавиться от двух самых главных врагов активной и деятельной мамы – хронофагов, которые незаметно пожирают наше время, и прокрастинации – привычки откладывать дела на завтра. Ведь время – это наш главный актив. С вами была Ирена Понарошку. Пусть всегда будет мама. We'll be right back.